Девчонки, надо готовиться к лету. Я на Озоне заказала себе шорты, бриджи и, как они называются, туники. Вот. Пока у меня это пробный вариант. Сейчас покажу, что я купила. Вот посмотрите, я заказала такую туничку. Сейчас, может быть, с белыми руками она и не очень смотрится, да? Но вот как раз к вот этим шортиком джинсовым и вот эта туничка, здесь кармашки есть такие, мне кажется, подходит. И будет и не жарко, хорошо, и вроде бы смотрится так стильно. Что мне нравится на Озоне, что там можно многие вещи оплачивать уже после примерки. То есть ты выбираешь, приходят эти вещи, ты идешь на Озон, примеряешь, и если тебе понравилось, ты оплачиваешь. Вот и несколько вещей, которые мне не подошли по размеру. Я заказывала себе один размер, а пришел там, я не знаю, там три штуки у меня могло в это войти. И я вернула все спокойно. И здесь, посмотрите, никаких проблем. Мне все понравилось, все подошло. И размерчик тоже мой. В принципе, я очень довольна. Но единственное, что те модели, которые мне вот хотелось бы, я хотела вырез другой вот в туничках, и расцветки более яркие, мало, очень мало. Будем искать, будем смотреть. Так, следующий наряд у меня будет в следующем кадре. Вот футболочка. Стоимость я сейчас конкретно вот не пишу, потому что цены, наверное, меняются. Но если кому-то интересно, тот зайдет на Озон и посмотрит. Вот качество, хорошее качество. Все, строчечки все прострочены. Посмотрела, что вот эта футболочка прям хорошо мне легла. Я сейчас, может быть, по возрасту не люблю, чтобы было вот все, знаете, в обтяжку. Хочу, чтобы было свободно, поэтому я заказываю на размерчик, может быть, даже больше. И это вообще мне очень нравится. Футболочка, ну, 600-700 рублей. Ну, не помню, я сейчас не буду лазить смотреть. Джинсы 1200-1300. Не очень дорого. Что мне вот нравится. И вообще, почему мне нравится, еще раз повторю, что здесь можно мерить, а потом, что тебе подходит, то уже можно и оплатить. Выбираешь, естественно, уже конкретно суммы какой-то. Я не беру там за 3-4 тысячи. Мне не нужно. Мне нужен такой свободный, бюджетный вариант. И я думаю, что неплохо будет летом смотреться. Вот так. Рисуночек такой. Мне понравился, симпатичный. Вот еще один наряд. Это футболочка. Джинсы я уже показывала. Вот такую рубашку я хотела давно. Понимаете, вот просто или была вот толстый материал был, не то, что нужно. А когда увидела вот в таком варианте, в таком цвете, я просто загорелась. Смотрите, какой комплект. Ткань очень легкая, тонкая. Тоже стоит 800 или 900 рублей такая рубашечка. Заказала себе, видите, по размеру, померила. Вот просто, ну, просто легло. Это все на Озоне. Именно Озон, там, где можно примерить. Может быть, есть и другие, конечно, и это интернет-магазины. Ну, тем более, вот у меня под окном прям Озон. Вышла, померила, зашла, понравилась, оплатила, пришла. Все. Видите, как замечательно. Там есть схемчики, вернее, схемы, где можно подобрать себе размер. Все, объем меряешь, подбираешь размер и подбираешь себе вещь уже такой, который вам нужно. Ну как? Я думаю, что неплохо. Как девочки делают, да? Нет, нормально. Так, ну, так как я несколько вещей вернула, это у меня самое начало. Я выбираю себе еще, и по мере возможности, как мне будет приходить, я вам буду показывать. Сейчас еще покажу бриджи, какие взяла. Ну вот, рубашку вы уже видели, а вот это я взяла себе на лето бриджи. Может быть, вот этот комплект, он не очень сочетается, потому что и здесь как бы такой же рисунок, и здесь. Но любую однотонную футболку, если оденешь, я думаю, с бриджами будет замечательно. Бриджи стоят 650 рублей.
по размеру, видите, еще даже этикетки у меня здесь есть. По размеру все подходит, материал легкий, все строчечки проторочены, вот все-все-все прошито. Очень хорошо, легкий материал, и оделась, и, вот, знаете, приятное к телу. Что самое главное, когда одеваешь вещь, и чувствуешь сразу именно к телу. Если приятно, значит, твое. Значит, бери. И все. Вот так. Готовимся мы к лету. Покупаем себе такие наряды. Платья у меня тоже будут. Вот будут заказывать. Но платья я не люблю. Одела какие-то шлюпки, одела какие-то там кроссовки, тапочки. И вперед. Можно и на море, и отдыхать, и ходить везде. Замечательно. Вот так. Все, что буду дальше заказывать, буду показывать. Понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего вам самого доброго и хорошего. Пока. Готовьтесь к лету.